Вот обратите внимание, вот такой вот маленький сувенир, это какой инструмент? Гармошка. Это баян. В музее детской музыкальной школы номер 1 имени Раисы Нагимова сегодня гости. Они внимательно слушают рассказы об истории и достижении школы и изучают экспонаты. Можно здесь и увидеть оперу, правда, только с экрана монитора. Второклашкам показали оперу-сказку «Акбуре». Ее автор-композитор Зульфия Раупова когда-то тоже сидела за этими партами. Теперь ее фотография стоит на видном месте в школьном музее. С ней и другими выдающимися выпускниками знакомят школьников. Сегодня это ученики 21-й школы. Здесь обучают танцу. Вот у нас главный герой вот этого фрагмента, Рамиль Хайрули, да, он выпускник нашего хореографического отделения. Знакомиться с культурой, искусством и историей школьники могут не только через фотографии, видео и рассказы музейных хранителей. В рамках проекта «Культурный норматив школьника» они могут посещать театры, концерты и выставки. Ученикам школы номер 21 тоже посчастливилось увидеть небольшой концерт. Надо культуру воспитывать в детях, именно в живую, в общении с учебными заведениями, связанными с культурой. И я думаю, что сегодня мы не зря провели время, им, я думаю, понравилось, потому что было живое участие. Они задавали вопросы, отвечали сами на вопросы. Экскурсия вдохновила второклашек заняться музыкой. Кто знает, возможно, через какое-то время школьный музей украсит уже их фотографии. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.